8 часов утра, и мы собрались в поход. Гленко, и необычным этот поход, по крайней мере, для нас будет, потому что идем мы только с девчонками, с подругами. Мы договорились с мужьями, оставили детей с ними и пошли в поход. Тут как таковой нет. Вот то, что вы видите, это тропа. И мы идем просто по чутью. Походы я ходила лет эдак 17 назад. Мы тогда с папой ходили на Белуху. Это мой самый продолжительный, вообще единственный поход. Поэтому я с удовольствием сегодня отправилась в горы. Оля, что у тебя? У меня здесь кофе. Виски? Конечно. Бибигуль, что там, ловит? I let you
hear music and cover your bruises. So if we get tomorrow, I promise I can try. У нас перевал, первый пикник. Сейчас покажу, что же мы взяли, чем поживиться. Рассказывай, что у тебя. Так, есть бутерброды с сырокопченым польским мясом. О, так. Очень так. Так, Оля, что у тебя поесть, чем поживиться? Кофе и овощи. Бутерброд, здесь, вот. О, бутерброд с сыром. Бибигуль, что у тебя? Ну, там сыр, масло и, по-моему, рисовая паста. А еще Бибигуль принесла сникерс. Бибигуль, за сникерс тебе отдельное спасибо. В машине еще осталось. Что, а у меня тоже бутерброд. Я, правда, тут хумус и помидоры. И все, и больше ничего нет. А еще у меня есть водоросли. Я сейчас лимонный бутербродом сюда ладить. Что пьем? Пьем чай с лимоном и с медом. Мед, кстати, с Алтая. Класс. Камера для съемки, телефон и еще один телефон. Надеюсь, они не подведут. Thank you.
наверное, кому-то покажется необычным такой вид отдыха, особенно когда мы с девчонками собрались все вместе и пошли в поход. Но мы сейчас идем, и все просто счастливы, что мы вот решились на такое необычное занятие. Не, казалось бы, не очень женское дело, вот, потому что впечатлений масса, потому что мозг действительно отключается. То есть ты идешь, ты что-то, ну, не знаю, это такая медитация. И плюс очень-очень-очень красиво. То есть это такое какое-то счастье. Мы когда ехали, мы все не знали, сможем ли мы дойти до горы или нет, повезет ли нам с погодой, потому что были очень сильные тучи. А сейчас нам повезло с погодой, да вообще замечательно, так тепло. И, короче, классно, просто классно. Мы вот сейчас забираемся на гору и обсуждаем, как же здорово, что мы не поленились, встали в 7 утра и надели свои трекинговые ботинки и пошли любоваться природой, потому что оно очень-очень красиво. И сразу, возможно, кому-то интересно, почему вы спросите, почему без детей? С детьми тут было бы сложно. У нас маленькие у всех дети, и они бы, конечно, не забрались. Ну все, забираемся. Последние шаги до вершины. Вот по таким камням. Девчонки, уделите мне пару секунд. Как впечатление, Илона? Ну, очень красиво. Я уже сюда второй раз залезла. Не, ну обалденный вид. Гленка, три сестры. Этих мор, Ранах, топи Ранаха. Ну, вот вообще, один из самых красивых видов в Шотландии, если с горы, которые я видела. Просто очень здорово. И повезло, да. Бибигуль, ты ожидала, погода, что будет такой поход? Нет, я ни погоды не ожидала, ни такой красоты не ожидала. Но я прямо в восторге от всего. А Оля хотела сбежать и думала, что сбежит. Оля, как впечатление? Нет, очень красиво, невероятный вид и вообще красиво.
Дошли мы примерно за 2 часа 15 минут с остановками, с перерывами, с перекусами, с фотографиями. А перепад высот где-то 650 метров. Самое сложное, что как таковой тропы нет. Вот мы сейчас спускаемся и идем просто интуитивно вниз и надеемся, что увидим тот забор, с которого мы начинали наш путь. Но будет ли это так, неизвестно. Надеюсь, что будет. Пожелайте нам удачи. Чтобы вы понимали, тропы здесь действительно нет. То есть ты идешь и думаешь, окей, но мне нужно вниз. Я надеюсь, я иду правильно. Я поняла, что самое сложное в этом походе. Самое сложное – это перестать снимать на каждом углу. Каждую травинку, каждый камушек, каждый вид. Вот это, наверное, самое сложное, потому что вот девчонки уже ушли вперед, а я еще торможу. Так что я побежала. А завершаем мы не по походному. Сейчас покажу как. Ну все, мы сыты, довольны. Наше путешествие подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, напишите нам обязательно в комментариях. Спасибо.